Это студия «Радио Свобода», программа «Донбасс Реалии». Я Алексей Мацука. Приветствую вас. Гражданское общество неэффективно в условиях острой фазы вооруженного конфликта. И это очевидный факт. Ведь общественные организации и движения – это так называемая «мягкая сила», цель которой – долгосрочное влияние. А человек с автоматом в руках – это одно мгновение и выстрел. На протяжении всего минувшего года я и мои коллеги были свидетелями того, как люди с автоматом в руках уничтожали гражданское общество в Донецке и Луганске. Все существующие общественные организации в областных центрах были вынуждены закрыться и перенести свою деятельность на свободную территорию Украины. Представители сепаратистских группировок открытым текстом заявляли лидерам общественных движений: «Или вы признаете государство ДНР и ЛНР, или вам не место на занятых пророссийскими движениями территориях». Выбор стал однозначным. Все существующие гражданские инициативы по защите прав человека и свободы слова эмигрировали из Донецка и Луганска. Сегодня в этих областных центрах фактически нет гражданского общества, а есть диктатура, авторитаризм Захарченко-Плотницкого и горы оружия. А это способ подавления любого несогласия и инакомыслия. Даже в среде сторонников идеи создания независимых государств в Донецке и Луганске. Колоссальный контраст мы наблюдаем на освобожденных территориях. В Славянске и Краматорске растут как грибы общественные движения и инициативы. И сегодняшний выпуск «Донбасс Реалий» о них, о людях, которые решили изменять Донбасс в лучшую сторону. В мае этого года в Славянске открылась платформа инициатив «Теплица». Под ее началом в городе проводятся выставки, показы короткометражных фильмов, а также это место, в котором жители могут с пользой провести время, принимая участие в социальных проектах. Всем привет! Это платформа «Инициатив Теплица» — культурное и образовательное учреждение, в котором мы развлекаемся, учим молодежь и делаем хорошие дела. Пойдем. Это наша маленькая кухня, чай, кофе, угощайтесь, наша небольшая скриня. Собираем пожертвования, снова-таки на сладости. Это наша маленькая библиотека. Собрали ее наши гости, друзья. Все приносили книги. Это буккроссинг. То есть, как бы вы можете взять книгу, вернуть, почитать, можете передать другу и так далее. Пойдемте дальше. Это наш офис. Место, в котором рождаются все наши идеи, в котором проходит техническая работа, подготовка к мероприятиям. Здесь также небольшая историческая комната. Здесь вы видите фотографии, не фотографии, а картины славянско-исторического. Несколько еще осталось у нас старинных таких предметов. Остальная часть уже находится на первом этаже, и там будет действительно полноценная историческая выставка. Это наш основной зал. Зал такой трансформер, в котором мы проводим и кинопросмотры, и выставки, и мастер-классы, и так далее. Сейчас вы можете посмотреть, ребята здесь играют, тренируются, скажем так, и получают удовольствие от жизни. Есть возможность почти каждый день, место, где можно просто провести весело время с друзьями или познавательно на каких-то мастер-классах интересных. Здесь хорошо, здесь есть душа. Я очень творческий человек, и мне тут очень понравилось, потому что тут везде... Оно как будто построено с творчести. Например, это картины, музыка, которую я слышу. Мы даже готовим здесь. Мне понравилось, я думаю, конечно, каждый день не буду приезжать, но так три раза в неделю я постараюсь сюда приезжать, потому что тут классно, мне нравится. Это для меня отличное место, где можно просто познакомиться с хорошими людьми, отлично провести время и саморазвитие. В теплице для меня это очень важный компонент, который здесь есть. Теплица работает полтора месяца, да? Но идея возникла где-то в ноябре-декабре 2014 года. У меня было много разных, как все люди, которые вернулись из эмиграции, назовем это так, да, после всех известных событий, то у многих было желание что-то сделать. Кто-то помогал армии, кто-то помогал беженцам, кто-то помогал еще кому-то, друг другу, кто-то восстанавливал жилье и так далее. Я тоже как бы занимался разными вещами, но понял, что все это не системно, и все это не, не меняет в корне каком-то ситуацию. Да? И были разные моменты, были разные идеи, но как бы я считаю, что война идет не только на фронте, но и за головы. Мы можем отремонтировать дом, это самая простая такая вот вещь, но, если мы заселим его основой людьми, которые думают так же, как и думали до этого, то все это бесполезно. Поэтому для меня было важно, чтобы мы поменяли
мышление людей, не в том, чтобы заставить их во что-то верить, а первое, как бы для меня было важно, чтобы они поняли, что они что-то могут сами решать, потому что у нас все время подход такой: мы ничего не решаем, мы ничего не можем, и нам все должны. Вот я категорически против этого слова «должны». Я считаю, что все, что происходит в нашей жизни, только потому, что мы что-то сделали или потому, что мы не сделали. Подобная платформа инициатив под названием «Вильна хата» существует также в Краматорске. Обе организации сотрудничают между собой и привлекают активных жителей городов к разнообразным социальным проектам, которые имеют разные направления. К примеру, «Вильна хата» с недавних пор запустила экопроект по переработке мусора. Подробнее об этой организации смотрите в нашем сюжете. Добрый день, меня зовут Настя, я администратор «Вильна хаты». Добро пожаловать! Наше помещение разделено на несколько зон. Здесь у нас библиотека. Здесь можно почитать книгу, либо поиграть на гитаре, посмотреть журнал, поиграть в какую-нибудь игру или просто посидеть отдохнуть. Сейчас мы находимся в центральной части нашего помещения. Здесь проходят мастер-классы, кинопросмотры, музыкальные вечера и поэтические вечера. Здесь у нас зона отдыха. Здесь можно попить кофе, попить чай, съесть что-нибудь сладкое. Одно из направлений, в котором мы работаем, это эко-направление. Мы сортируем мусор и отдаем его на переработку. Деньги, которые выручены из переработки, мы направляем на социальные проекты. Добрый сосед и наставничество. Сама идея возникновения «Вильной хаты» появилась во время волонтерского лагеря «Будуем Украину разум», который проходил осенью 2014 года. Его организовала Львовская освітня фундация, и в этот лагерь съезжались волонтеры со всей Украины, и мы совместными усилиями возобновляли, реставрировали пострадавшее жилье во время войны. И вот так собралась такая креативная молодежь, которая хочет что-то менять в своем городе, и они не хотели останавливаться только вот на строительстве домов. Они хотели строить новое общество, развивать свой город, страну. И так вот появилась идея создания «Вильной хаты». Место, где бы все могли собираться, обмениваться идеями, опытом. Мы, в принципе, продолжаем деятельность того лагеря «Будуем Украину разум». Мы помогаем людям, которые оказались в таких тяжелых жизненных ситуациях. Недавно мы закончили дом, который начинали в лагере реставрировать. Это женщина у нас в Краматорске. Там поселок веселый, ей град попал в крышу. Мы в декабре сделали крышу, а недавно мы поставили окна и сделали небольшой ремонт в самом доме. На данный момент команда «Вильная хата» — это администратор, координатор проекта, руководитель творческой мастерской, пиар-директор, дизайнер — это один человек, и куратор клуба «Доку Дейс» и переводчик. Вот у нас. И еще наши друзья и коллеги со Львова. Здесь у нас в подъезде бомбоубежище. Когда-то в 90-е все бомбоубежища 5 класса переводили в разряд подвалов, и оно каким-то образом перешло в чудо собственности, и нам в наследок к аренде перешло. И вот мы теперь его отреставрировали. Меня зовут Антон, и я, собственно, курирую творческую мастерскую. Началось все с того, что нам надо было сделать ремонт наверху, делать какие-то вещи, которые грязные. У нас не было возможности, потому что там наверху проводились мероприятия. И ребята мне показали здесь помещение, это бывшее убежище. Оно было жутко захламленное, жутко... такое в непригожем состоянии, здесь света не было половины. Вот. Но оно было сухое. И как бы появился потенциал его восстановить, сделать из него чего-нибудь хорошего. Тем более это был декабрь, январь, февраль, такие зимние месяцы. На улице работать невозможно. И мы решили ее восстановить. Собственно, не просто восстановили, убрали хлам, там, электрику сделали, все такое. Сделали из нее такую вполне достойную мастерскую.
где теперь можно заниматься каким-то творчеством, как-то себя самореализовывать, делать какие-то вещи интересные. Общественное телевидение Донбасса – еще одна гражданская инициатива, которая появилась в Славянске после того, как оттуда ушли боевики Гиркина. Сегодня это независимый некоммерческий проект, часть общественной организации «Донецкий институт информации». И об этом сняли сюжет наши журналисты. Славянская студия общественного телевидения Донбасса расположилась на втором этаже центральной библиотеки в помещении, где был офис партии регионов. Практически сразу после того, как освободили Славянск, здесь появились наши журналисты. Через некоторое время мы открыли здесь студию и запустили первый проект «Донецкий диалог». Мы приглашали общественных активистов, людей, которые пережили оккупацию, людей, которым было о чем рассказать. Начинали мы с баннера, двух стульев и небольшой камеры. Но время не стоит на месте. Вместо маленького фотоаппарата появились большие камеры. Но для того, чтобы люди шли на контакт, нам нужен хороший продукт. Это, то есть, качественный звук, качественная картинка. С того фотоаппарата, на котором мы писали, этот Samsung Galaxy, мы не могли получить такое качество. Поэтому нам пришлось докупать технику. Вот технику мы докупаем из средств, которые нам переводят люди. Вот она, собственно, вся эта техника. Она стоит очень больших денег на самом деле. Например, этот микшерный пульт стоит около 14 тысяч. Общественное ТВ Донбасса – некоммерческое независимое СМИ. Оно производит 8 проектов. Их можно увидеть в интернете, а также в эфире 7 гостелерадиокомпаний и 2 телеканалов. Журналисты не боятся ездить в горячие точки, не боятся конфликтовать с властью и чувствуют ответственность перед людьми по ту сторону экрана. Еще одна из наших целей – это, я бы не сказал борьба, но развенчание мифа о том, что все жители Донецкой области – сепаратисты, и поэтому то, что они оказались в этой тяжелой ситуации гуманитарной, это их вина. Сейчас попытки есть стигматизации жителей этого региона на всеукраинском уровне. И мы хотим показать, что это не так, что, конечно, как и в любом другом регионе, есть люди, которые поддержали оккупацию, это было подобное происходило во всех странах в случае внешней агрессии, но это не есть большинство и далеко даже не какая-то влиятельная группа в обществе, а это просто результат пропаганды. В планах у журналистов создание передового вещателя в регионе, влияющего на политику и общественное мнение. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Один из способов урегулирования ситуации на Донбассе – дать слово самим жителям Донбасса. В сегодняшней программе мы показали, как работают институты гражданского общества в нашем регионе и на какие процессы они могут влиять. Чтобы голос каждого был слышен, нужна свобода слова, демократия и взаимное уважение. Язык силы, когда с оружием в руках вам указывают, что делать, терпеть долго нельзя. Вспомните, что произошло с диктаторскими режимами, которые вели борьбу против демократии и гражданского общества. Эти режимы пали. Точно так же в свободном мире невозможно долго удерживать контроль за мнением людей, а тем более за их мыслями. Мы, жители освобожденных городов Донецкой области, можем на своем опыте рассказать об этом. Следите за программой «Донбасс Реалии» каждый вторник и четверг на сайте «Радио Свобода». Этот выпуск и все предыдущие выпуски программы «Донбасс Реалии» доступны на «Радио Свобода». Адрес сейчас у вас на экранах. Следите также за нами в социальных сетях, подписывайтесь, обновляйте новости. И пишите нам на электронную почту, адрес которой сейчас тоже видите. Сегодня на этом все. До свидания.